Итак, вы куда-то хотели попасть, а попали на мой канал. Поздравляю, вы на канале Asmodee Play. Здесь мы играем на данный момент GTA 4. Так, в основном играем ретро-игры. Здесь у нас не только новинки, а также еще и старые фита игры. Я хочу доказать то, что старые игры ничуть не хуже, не обязательно падать на новинки только. Вот. Смотрите, может кто-то что-то себе найдет в моих видео себе интересным. Кто-то узнает, как проходить ту или иную миссию. Здесь часто пользуюсь телепортом. Это вот это вот желтое такси, которое мне помогает. Так что ничего лишнего. Только бизнес. Мотанем. Итак, достаем тачку. Нам задание. Стой, стой. Ауч! Как мне больно было, да. Ну-ка. Выходи. Так, мотоциклист удрал. Таксист удрал. Ну, пойдем, сядем в тачку и поедем. До ближайшего такси. Данный эпизод мы проматываем. Вот оно, ближайшее такси. Вот так действует у нас телепорт. Ждем, когда этот чудо-мудень сядет в транспорт. И вот теперь отправляемся. Вот так и работает наш телепорт. Вам я хочу сказать, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Посмотрите прохождение того или иного задания. Ой-ой-ой-ой, это, наверное, гонки. Ой, я гонки не люблю. Давай, тварь, садись. Скотина. Поезжайте к старой линии. Ё-моё. Мне, поди, еще и машину-то портить нельзя. О, кстати, смотрите, какая она маневренная. Это очень удобно. Давайте я промотаю данный скучный эпизод моей поездки. Дамы и господа, да, это гонки. Это моя самая нелюбимая. Надеюсь, где-то что-то глюкнет, и я выиграю. Давайте посмотрим. Я покажу первый заезд. Если он не удастся, то придется перематывать данный момент этой игры. Гонки — это не мое. Я сомневаюсь, что у них машины хуже, чем у меня. Ой-ой-ой-ой. А если их взорвать, то только если... Ау! Только если это поможет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Притормаживаем, притормаживаем. Ну-ка, если этому колеса пробить. Спокойно. Тихо, тихо. Все, больше я не стреляю. Хотя как не стреляю? Стреляю, ладно уж. Вот. Минус один противник. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я же даже не знаю, куда мне ехать. Гонка сорвана. Почему гонка сорвана? Наверное, из-за того, что погиб. Ладно, давайте я перемотаю, потому что я не люблю эти гонки. И вот, вот мы миссию эту прошли. С трудом пополам, не с первого раза, конечно. Обстреливать машины не надо.
Все, ладно так. Давайте, телепортируемся. Так. Давайте возьмем следующее задание. Блин, надо броню подобрать. Хорошо, ищем. Наш телепорт. Телепорта нет. А? Где он? А? Нету. Ладно, ничего страшного. Машину-то мне не жалко. Твои фотки на сайте, брат, и что-то в форме так на... Мои фотки на сайте. Ну, любуйтесь, значит. Проблема-то в чем? Телепорт. Приехали к убийце. Давайте посмотрим, кого нам закажут. Ну, покажи. Покажи, кого ты нам заказываешь. Вах! Пока вроде убийцы несложные заказы. Так, найти цель. Хорошо. Мне нужно такси. Такси. Давайте телепортируемся. Так. Телепорт сработал хорошо. Вертолет находится... Ой, а мне что, вертолет надо? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Где? Ой-ой-ой-ой-ой. У меня гранатомета-то совсем нету. Давайте-ка попробуем преследовать его. Ой-ой-ой-ой, как это? Вызов. Так, я не справился. Да? Блин. Хорошо, ладно, неизвестно, что произошло, что. История. Цель скрылась, оплата. Так, вертолет находится на взлетном туннеле, будто уничтожьте цель, пока он не ускользнул. Хорошо. Давайте переиграем данную. Где наш телепорт? Уйдите, уйдите! Вот он, наш телепорт стоит. Итак, давайте попробуем снова. Цель у нас там. Теперь мы знаем, что это вертолет и как его подстрелить. Да, пришлось закупиться. Да, тем более, кстати, он гранатомет сам дает. Так что... Ну, вот он. Есть. Есть? Есть. Не дать цели скрыться. Хорошо. На. Ой-ой-ой. Давайте догоним. Догоню его. Это уже интересней. Ой-ой-ой. Меня сбили. И кто? Мусора. Ну-ка, кыш, кыш отсюда. Так, вертолет-то я... На вертолете-то я не дал уйти. Теперь мне надо дать... Не дать уйти на машине. Вроде не сложно, с одной стороны. Тихо. Вот сюда, и теперь в бок. Весь в решето, господи. Тихо, 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 тихо.
Я уже на почти вот он. Где он? Да вот здесь он где-то. Просто вы мне его не даете. Это вот эта вот машина. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Что, я убил не этого? Убил. Теперь надо от ментов отвязаться. Хорошо. Сваливаем. Блин, влево, вправо. Разницы-то нету никакой. Все равно тормозить притормаживать. Давайте. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, сколько вас много. Давайте так. Я сейчас вылезу и убегу. А вы меня не догоняйте, пожалуйста. Блин, хотел на лестницу забраться. Ладно. Поздно. Беги. Беги, Форест, беги. Ну, давайте пока на следующую миссию переключим. Итак, у нас цель. Давай. И поехала. Блин. Ладно. Не получилось, надо было сразу граната. Кто же знал? Что, ни одной машины? Ладно, переиграем эту миссию. А нет, переигрывать мы не стали. Потому что это где-то здесь. И я попробую сейчас еще разок. Так. Вот она машина. Видите, я ее вижу. Убейте их всех. Хорошая задачка. Ну давай. Твою ж мать. Вот. Сверху там их сейчас. Хо-хо-хо-хо-хо. Так. Я как понимаю, многие из них вниз подались. Хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. Итак, половину мы вынесли. Осталась вторая половинка. Последний. Вот и все. И нету Билла. Ну что ж, на этом все. Увидимся на следующем видео. Подписывайтесь на мой канал, ставим лайки, оставляем комментарии. Пока!